вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу и расскажу, как снять крутое слоумо. Лучше посмотрите мой пример. Там, где я жила, там, где я была, там, где я росла, дом, где отпусти. Давайте немножечко переснимем. Получилось очень круто. Теперь нажимаем продолжить. Кто может видеть? И личное. Нажимаем пост. А теперь можно приступать к монтажу. Сначала зайдем в Viva Video, нажимаем редактировать и выбираем наше видео. Нажимаем далее. Теперь нажимаем эффекты, эффект и выбираем тот, который вам будет нравиться. Можно нажать на стрелочку и выбрать эффект. Здесь они бесплатные и их очень много. Чтобы добавить эффекты, нужно нажать на этот эффект, загрузить и применить. Вот и все. А вы можете добавить эффекты те, которые будут нравиться вам. Я хочу добавить этот эффект, поэтому я нажимаю на галочку и продлеваю эффект на нужную мне часть. Делаю так же самое со всеми эффектами, ну, которые мне нравятся. Thank you.
Я добавила все эффекты, которые мне нравятся, и теперь хочу сохранить. Нажимаю «Отправить» и «Экспортировать в галерею». Выбираю «Высокое качество». Наше видео экспортируется. Подождем. Теперь нажимаем «Главное». Все, наше видео сохранилось. Не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты и я, ты и я, ты и я. Не хочу больше думать о тебе. Не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты и я, ты и я, ты и я. Остановилось время, исчезает постепенно. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. Вот мы и подошли к нашим ответикам. И первый вопрос, в каких фильмах я снималась? Ну, я снималась в многих фильмах, и я поэтому все их не помню. Но назову парочку, которые я помню. «Поцелуй», «Подмена в один миг», «История сумми пятницы», «Скорая помощь», «Дохуры дрыхом», «На грани», семейные мелодрамы и очень много фильмов, которых я даже уже не помню. А мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Любишь YouTube? Конечно, обожаю! Третий вопрос. Хочешь ли ты 1 миллион подписчиков? Это моя мечта! Конечно хочу! А кто ж не хочет? Спасибо каналу «Сюрприз» за такие прикольные вопросики. А мы переходим к следующему. Следующие вопросики от канала «Варвара Краса». Первый вопрос. Тебе нравится твое имя? Да, мне очень нравится. Я как снежок. Следующий вопрос. Нравится ли тебе мое имя? Твое имя очень красивое. Третий вопрос. Веду ли я личный дневник? Нет, у меня столько блокнотов, но я не понимаю, зачем это. Следующий вопрос. Хочу ли я переехать? Не знаю даже. Мне здесь нравится. Следующий вопрос. Подписана ли я на тебя в лайке? Конечно, подписана. Ты же зефирка. Следующий вопрос. Я активная подписчица? Да, конечно, ты активная. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Хотела ли я жить на море? Конечно, хочу! Следующий вопрос. Что я выберу, Франция или Дубай? Не знаю даже. Дубай давайте. Следующий вопрос. Смотрю ли я тебя? Конечно, смотрю, только когда есть свободное время. Я всех смотрю и лайкаю. Следующий вопрос. Я одна в семье? Нет, у меня есть Влади. Я особо не поняла твои последние два вопроса, поэтому я на них... И смотрим видео второго лайкера. That I'm at an all time. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видеть Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.